Добрый день, дорогие читатели, зрители, слушатели. Меня зовут Виктория Борисова, я создатель, главный редактор первого российского конного онлайн-журнала Equilife.ru. И уже более 15 лет я изучаю лошадей, пишу о лошадях, стараюсь делиться с вами тем, что узнаю об этих прекрасных животных. И сейчас я здесь, чтобы представить свой курс «Содержание лошадей. Строим конюшню мечты». Этот курс о конюшнях, о разных системах содержания лошадей. Но самое главное, что этот курс о том, как сделать так, чтобы лошади оставались здоровыми, чтобы они хорошо себя чувствовали в тех условиях, в которых мы их содержим. Если вам интересно немножко об этом курсе, оставайтесь со мной, расскажу поподробнее. Сразу скажу, что этот курс вышел в начале этого года, по-моему, если я не ошибаюсь. И уже был первый набор, первый поток, и вы можете почитать отзывы. Я очень рада, что этот курс был полезен, что мои студенты находили в нем много интересной и практической информации, потому что основное направление этого курса – практика. Сейчас очень много курсов выходят по разным дисциплинам, разным направлениям, и иногда, мне кажется, инфобизнес, если можно так назвать, в некотором роде себя дискредитировал, потому что многие из этих курсов хорошо продаются, но не всегда оказываются полезными, то есть теми, в которых есть знания, в которых есть польза. Основная моя цель всегда – польза и реальные знания. То есть чего точно не будет в этом курсе? В этом курсе не будет воды, здесь будет практика, здесь будут конкретные знания, как содержать лошадей, какие системы позволяют содержать лошадей здоровыми. Но самое главное, что будет, это всегда ответ на вопрос «почему?». То есть не просто рекомендация «делайте так», а «почему?». Некоторые аспекты разбираются с точки зрения здоровья, анатомии лошадей, некоторые с точки зрения физиологии лошадей, и даже будут обязательные бонусные занятия, например, зрение лошади, где мы рассмотрим даже анимированные варианты того, как видит лошадь, и это нам нужно в том числе для того, чтобы понимать, что за создание лошадь, и отсюда понимать, какие условия мы должны создать для лошадей, чтобы они себя чувствовали комфортно, согласно их физиологии, согласно их анатомии, а не только согласно нашему человеческому представлению о комфорте лошадей. Курс состоит из 6 разделов, причем интересно, что последний раздел, целых 3 урока, часовых урока, добавлены с ответами на вопросы, то есть те вопросы, которые задавали ваши сокурсники до вас. Может быть, что-то требовало уточнения, какие-то моменты требовали дополнительных пояснений, тем интереснее было для меня не просто ответить на вопросы в письменном виде, что я и сделала, но снять отдельные видео с видео рядом с фотографиями, поясняющие те или иные моменты. Особенной гордостью курса я считаю то, что я раскрываю в них такие популярные системы содержания, как активная конюшня и рай в Леваде. Причем открываю не только основные аспекты, что может называться этой системой или какая система действительно отвечает этому названию, но и более того, добавляю активные фильмы, активные примеры с объяснениями, как выглядят эти системы, почему они выглядят так или иначе, что стоит добавить в вашу систему для того, чтобы она могла называться активной или могла называться раем в Леваде. То есть практично, как это выглядит на примере уже существующих конюшен. Все сопровождается видео рядом, все сопровождается фотографиями, поэтому это делает этот курс не просто познавательным, но и некоторым образом интерактивным. Кому будет полезен этот курс? Конечно, основная моя аудитория – это конники, которые хотят построить собственную конюшню, будь то домашняя конюшня на 2, 4, 6 и более денников или целый огромный конный комплекс. Это моя основная аудитория. Причем, если те люди, которые хотят построить домашнюю конюшню, действительно получат практические знания, где сэкономить, что делать обязательно, что можно упустить или опустить, то есть, что потребует нашего дополнительного и сильного внимания, а на что не стоит обращать такое сильное внимание, согласно анатомии и физиологии лошадей. Вместе с тем, люди, которые хотят построить большой конный комплекс, зачастую просто могут думать, что они отдадут бразды правления фирме, которая
сделает им все под ключ, они придут, просто примут работу и будут жить уже в готовом конном комплексе. Но практика показывает, что для того, чтобы осуществить заказ крупной конной, в крупной фирме, которая, может быть, занимается строительством конюшен, нужно понимать, что они хотят сделать, потому что не всегда решения, которые нам предлагают строители, не всегда будут оптимальными с точки зрения физиологии, анатомии лошадей. Об этом нужно помнить, это нужно проговаривать со строителями. И самое главное, прежде чем начать этот проект, нужно точно понимать, что, как и почему с точки зрения лошади. И именно в этом будет абсолютно 100% полезен мой курс. И я буду рада вашим положительным отзывам после того, как вы его пройдете. Курс состоит из 6 разделов, и все эти разделы будут, что, о чем мы говорим, будут перечислены по ссылке внизу. Ссылка внизу перечисляет все эти разделы, вы можете прочитать более подробно, о чем говорит в каждом разделе. Также обязательно будут бонусы. Еще кому будет полезен этот курс? Всем конникам без исключения, тем, кто не планирует пока собственную конюшню, но выбирает конюшню для постоя, для своей лошади. Там мы поймем, на что нужно обратить внимание, что нужно выделить для себя, что самое важное является в конюшнях, а что может быть не таким важным, и опять же, почему. Также этот курс полезен всем конникам, любителям лошадей. Может быть, вы еще только задумываетесь о своей лошади, может быть, вы только пришли в мир лошадей. И именно этот курс даст вам хорошее понимание анатомии и физиологии лошади без относительно тренинга, а базис, то есть что такое лошадь и какие основные потребности есть у этого животного. Вы поймете лошадей гораздо лучше после прохождения этого курса. Этот курс будет 100% практически полезным. И именно сейчас у вас есть возможность приобрести этот курс по отличной цене, поэтому, пожалуйста, не упустите этот момент. Курс, в принципе, доступен к покупке всегда, но именно сейчас прекрасная цена, так что переходите по ссылке, и мы встретимся с вами в курсе «Содержание лошадей. Строим конюшню мечты».